Здравствуйте, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас с отелем Джастиниана Клаб Парк Конти, а именно с концепцией, услугами и, конечно же, сервисом. Напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал, оставляли лайки, комментарии и, конечно, колокольчики, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет уже очень скоро. Надеюсь, вам понравится мой обзор. Приятного просмотра! Отель находится в районе Курджалар на берегу моря, в 90 минутах езды до международного аэропорта Анталии и в 35 километрах от центра Алании. Здесь небольшая терраса для отдыха. На ресепшене всегда можно увидеть много людей на заселение, так как отель пользуется спросом у туристов. Лобби просторный, с красивым минималистическим интерьером. Можно увидеть магазины с ювелирными изделиями, кожей и мехами и приобрести экскурсии. А также небольшой маркет, где есть сувениры, аксессуары и сладости. Есть комната, где можно оставить багаж. А рядом с ресепшеном небольшая зона для отдыха. Что меня удивило, это то, что есть специальная комната на минус первом этаже, где зона бесплатного Wi-Fi. Если хотите хороший интернет по всей территории, тогда можно купить за $3 в день. Одна неделя стоит $14, 10 дней $20 и 2 недели $28. Роуз-бар открыт с 10 утра и до 12 часов ночи. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, кофе, вода, соки, а также алкогольные напитки местного производства, такие как раки, водка, джин, красное и белое вино, пиво, импортный алкоголь за дополнительную плату. В меню можно увидеть цены на импортный алкоголь. Также есть большая терраса с одной стороны с видом на море, а с другой стороны с видом на территорию отеля, где вечером можно посидеть и отдохнуть с друзьями. Буквально в 5 минутах ходьбы от ресепшена находится корпус Moonlight. Сейчас вы видите основную дорогу, куда автобусы привозят туристов, а также рядом с отелем есть аутлет. Есть два бассейна, взрослый и детский.
довольно скромный интерьер и чистый вестибюль. У отеля есть своя бесплатная парковка. Сейчас вы можете увидеть корпуса, где находится бунгало. Очень красивая зеленая территория. А сейчас мы посмотрим, какую концепцию питания предлагает отель. Завтрак начинается с 7:30 до 10 утра. Первое, что можно увидеть, это фрукты, а именно яблоки, сливы, апельсины, лайм, грейпфруты. Рядом сырная и мясная нарезки, свежие овощи, зелень, оливки и маслины. Печенье, вафли, халва, рахат лукум, фрукты в сиропе и просто изобилие джемов. Несколько видов хлопьев. Еще одна сырная и мясная нарезки, свежие овощи, зелень, оливки, маслины. Также есть йогурт и фрукты в сиропе. Большой выбор хлебобулочных изделий. Овощное рагу, баклажаны на гриле и две молочные каши, рисовая и овсяная. Вареные яйца, пюре и сосиски. Вот так выглядит ресторан, а теперь давайте посмотрим, что готовят на улице. От 2 до 3 долларов можно приобрести фреши. Отдельный повар жарит яйца. А здесь можно взять чай, кофе или соки. Поздний завтрак с 10 утра до 11:00. Первое, что видим, это джемы. Далее мандарины, лайм, яблоки, а рядом есть хлопья. Также есть мясная и сырная нарезки, свежие овощи, зелень, оливки и маслины. Йогурт и печенье и вафли. Здесь хлебобулочные изделия. Как вы можете увидеть, поздний завтрак практически ничем не отличается от обычного завтрака, просто он чуть-чуть скромнее. Молочная каша, пюре, сосиски, овощи на гриле и вареные яйца. А теперь идем гулять и смотреть территорию отеля.
Мне безумно понравилась территория, она ухожена, есть прекрасная зеленая растительность, можно много гулять и наслаждаться чудесными видами. Есть скрытый бассейн, где очень тепло. Часть бассейна выходит на улицу. Лежаки и матрасы новые, поэтому все в прекрасном состоянии. Идя дальше, видим базар. Здесь можно найти практически все. Здесь можно найти одежду, текстиль, обувь, аксессуары, сувениры, пляжный инвентарь, детские игрушки, сумки, пляжную одежду и пляжную обувь. А тут находится парикмахерская. Здесь вы видите фотостудию. Сейчас я покажу вам спа. Здесь можно взять полотенце. Залог $5. Обмен полотенца стоит также. В спа есть массажные кабинеты, комната релакса, сауна, паровая и хамам. Сауна и паровая бесплатно, так как входит в концепцию «Все включено» по предварительной записи. А сейчас у нас будет возможность послушать, какие программы массажа предлагают в спа. Три вида программы. Один полторачасовой, второй двухчасовой, третий почти 2,5 часа. Они стоят у нас, допустим, с $35 начинается полтора часа. Классика просто пилинг и классический получасовой массаж. Там уже ничего лечебного нету, занимает работу только мышцами. Вторая программа более интересная, туда же на пилинг выбирается скраб, у нас 3-4 вида скраба есть, или турецкий кофе можете выбрать, и плюс к этому там массаж 45 минут, лечебный массаж, там уже работает точечно, лимфами, икрами, шейно-воротниковой зоной, поясницей, грудные клеточки, стопы, полностью телом, специальными маслами работает и кремом лечим. Ароматерапия, ароматическими маслами работает, там же массаж часовой. Вот в третьей программе вы можете выбрать массаж, допустим, лимфодренажа, антистрессовый, лечебный, или просто чистый лимфом, чтобы поработать, там медицинский, или классический, или релакс-массаж. Это же выбор за вами. Там идет у нас на пилинг, уже кофе пилинг идет.
Гуляя, можно увидеть новую красивую детскую площадку, а также зону с игровыми автоматами за дополнительную плату. Вот так все выглядит вечером. У отеля есть три а-ля-карт ресторана – «Барбекю», «Якомос» и «Венеция». Запись ресторана проводится ежедневно с 16:30 до 18:30 у Guest Relation. Если вы любите играть в футбол, тогда для вас в отеле есть прекрасное футбольное поле. А теперь обед. Обед с 12:30 до 14:00. Начинается с большого выбора вкуснейших десертов. Из фруктов есть сливы, апельсины, лайм, яблоки. Соленья, готовые салаты, свежие овощи и зелень. Здесь можно взять хлеб и булочки. Макароны, томатный соус, вермишель, тушеные овощи. Овощная запеканка. Горох, картофельное пюре, курица и рис. Два супа, куриный крем-суп и овощной. Холодные закуски и готовые салаты. Есть детский уголок, где можно найти овощное пюре, отварную цветную капусту, макароны, суп и куриное мясо. Подают айран, соки, чай и кофе. Есть рис, жареная курица, горох, овощное рагу, овощная запеканка и макароны. На гриле отдельный повар готовит сатэ из говядины и овощей, а рядом жарят котлеты. Также жарят очень вкусные пирожки. На баре можно взять воду, а из алкоголя есть пиво. Пул-бар работает с 10 утра и до 12 часов ночи. Здесь есть безалкогольные напитки, чай, кофе, вода, соки. Из алкогольных напитков есть пиво. Вечером здесь итальянский а-ля-карт ресторан. Если вдруг вы не любите лежать у бассейна или на пляже, тогда вам идеально подойдет зеленая зона для отдыха.
пока идем на пляж, расскажу, какие услуги предлагает отель. Бесплатный Wi-Fi в лобби, сауну с бесплатным Wi-Fi я показала ранее. Или если вам нужен в номере и на территории, тогда есть платный. Один день $3, одна неделя $14, 10 дней $20, 2 недели $28. Также есть магазины, обмен валюты, парикмахерская, прачечная, конференц-зал, бесплатная парковка, химчистка, чистка обуви, экскурсионные программы и анимация. У отеля свой частный пляж. Длина пляжной полосы 300 метров, ширина пляжной полосы 50 метров, тип берега песчаный. Есть шезлонги, пляжные полотенца, матрасы, зонтики, все бесплатно в хорошем состоянии. Заход в море – галька. Также есть заход в море для людей с ограниченными возможностями, а рядом находится пирс. Еще на пляже есть дайвинг-центр. Также на территории можно увидеть кабаны за дополнительную плату и бесплатные гамаки, где вы можете полежать, отдохнуть и позагорать. Можно приобрести вареную кукурузу за $1. Бич-бар работает с 10 утра и до 12 часов ночи. Здесь есть безалкогольные напитки, вода, соки, чай, кофе. Из алкогольных напитков есть пиво. В отеле работает довольно приветливый персонал. Есть еще один бар. Он также, как и предыдущие, работает с 10 утра и до 12 часов ночи. Из алкогольных напитков местного производства, которые входят в концепцию «Все включено», можно найти раки, водку, джин, красное и белое вино, пиво. Импортный алкоголь за дополнительную плату. Также есть безалкогольные напитки, такие как чай, вода, соки и кофе. Снэк-бар открыт с 11:00 и до 16:00. На пляже также есть снэк с 12:30 до 14:00. В снэк-баре можно найти лепешки с мясом, булочки, гамбургеры, хот-доги, пиццу и картошку фри. Мороженое с 12:30 до 14:00. Но будьте готовы, что за мороженым может выстроиться большая очередь.
еще одна детская площадка для детей и батут. Проходя зону отдыха, можно увидеть мини-клуб. Рядом с мини-клубом есть небольшой бассейн с маленькими горками, который я покажу чуть позже. Мини-клуб открыт с 10 утра до 12.00 и с 14.30 до 17.00. Вот так все выглядит внутри. А также аниматоры занимаются с детками на улице и играют в развлекательные игры. Есть маленький бассейн с детскими горками. Аквапарк работает с 10 утра до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Такие развлечения, как акваэробика, аэробика, бильярд, водные виды спорта, волейбольная площадка на пляже, дайвинг-центр, тренажерный зал с 8 утра до 19.00 по предварительной записи, вход с 14 лет, дартс, дискотека, мини-футбол, настольный теннис, парасейлинг, теннисный корт и футбольное поле. И вот такой большой бассейн для взрослых. Для детей есть мини-зоопарк, где можно увидеть кур, цесарок и голубей. Есть баскетбольная площадка, а рядом теннисный корт. За дополнительную плату можно приобрести мороженое и чипсы. Есть кондитерская, которая предлагает вкуснейшие десерты, открыта с 10 утра и до 12 часов ночи. Помимо десертов здесь можно найти холодное какао, соки, чай, кофе. Теперь покажу номер. Номер находится возле ресепшн. Как вы можете увидеть, в номере действует карточная система. Сначала заходим в ванную комнату. В ванной есть душ,
именная косметика, такая как шампунь и гель для душа, мыло, также имеется фен. Дальше есть два больших шкафа. Во втором можно увидеть полочки, дополнительную подушку и сейф. Получить ключ от сейфа можно на ресепшн под депозит $10. Мини-бар работает и ежедневно пополняется. Есть вода, кола, фанта и спрайт. В номере есть тапочки, зеркало, телевизор, большая двухспальная кровать, односпальная кровать, тумбочки и стулья. На балконе есть сушка для одежды, стол, стулья и вид на территорию. А теперь предлагаю посмотреть ужин. Ужин с 19:00 до 21:00. Начинается со вкусных десертов. Думаю, вы и сами видите, что есть изобилие десертов. Лайм, виноград, мандарины. Рядом есть яблоки и сливы. Отдельный повар готовит шаурму. Соленье, оливки, маслины, готовые салаты, свежие овощи и зелень. Хлеб и булочки. Наггетсы, макароны, говядина и брокколи на пару. Рис, тушеное мясо, картофельное пюре и овощное рагу. Есть куриный крем-суп и овощной суп. Холодные закуски и большой выбор салатов. Также есть небольшая сырная нарезка. На ужин есть детское меню, которое включает овощи на пару, макароны, куриный суп, вареную курицу, овощной крем-суп. Из напитков можно взять себе айран, соки, чай или кофе. На баре есть такой алкоголь, как пиво, красное и белое вино. Также можно приобрести фреш от $2 до $3. Есть рис, овощное рагу и пюре. Рядом наггетсы, брокколи на пару и макароны. Отдельный повар жарит рыбу. А также готовит лепешки с мясом. Рыбные палочки, картошка фри. Отдельный повар жарит котлеты из сои. Мясное сате. А рядом есть два пирога. Поздний ужин с 23:30 до 00:30. Есть макароны с соусом, овощной суп и булочки.
Рядом с бассейном есть сцена, где вечером проходит мини-диско и вечернее шоу и анимация, которое я сейчас покажу. Напоследок хочу сообщить, что данная поездка состоялась благодаря туристической компании «Песок», которая все устроила на высшем уровне. Ссылки оставляю вам в описании к этому видео. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментарии и, конечно, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет уже очень скоро. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока!